Дмитрий Шепелев больше не будет скрывать сына Платона от семьи Фриске, стали известны подробности. Дмитрий Шепелев согласился организовать встречу семьи Фриске со своим сыном Платоном. Дата и место встречи пока что обсуждается. После смерти Жанны Фриске ее возлюбленный Дмитрий Шепелев забрал себе их общего сына Платона. Телеведущий сразу резко ограничил общение малыша с родственниками Жанны, с которыми у него сложились непростые отношения. Пока что родители Жанны не видели Платона еще с ноября. Недавно Владимир Фриске обратился в прокуратуру с жалобой на Шепелева, который не выполняет решение суда и не позволяет сыну видеться с внуком. До сих пор телеведущий игнорировал все извещения судебных приставов. Однако на днях Дмитрий вышел на связь и заявил, что готов организовать встречу мальчика с его бабушкой и дедушкой. Пока что суд выбирает подходящее место, а также дату встречи. Если Шепелев и в этот раз не даст родным увидеться с его сыном, то к нему будут применены меры административного воздействия. Напомним, ранее Владимир Фриске признался, что его супруга в течение 10 часов караулила возле дома Шепелева, чтобы поздравить внука Платона с днем рождения, однако там так никто и не появился. Ставьте лайки, дизлайки, делитесь видео с вашими друзьями, пишите свои комментарии и подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и актуальных новостей.